Здравствуйте, меня зовут Юлия, я организатор сегодняшнего флешмоба, который неожиданно перерос в митинг в городе. То есть сегодня Международный день защиты детей, и женщины Донбасса должны были выйти с плакатами, с лозунгами, что спасите наших детей, наши дети против фашизма, они за мирное детство. Но получился митинг. То есть вы не ожидали, что получится митинг? Нет, не ожидали. То есть это был просто флешмоб, который сейчас проходит везде по нашему юго-восточному региону, по Донбассу. То есть получилось так. Скажите, а сколько женщин вышло на флешмоб? Не знаю, вы видите сами. То есть официальных как бы данных у вас нет? Нет, нет. Должно было быть немного, но получилось раза в 4 больше. А у вас тоже есть дети? Да, у меня есть дочь, ей 4,5 года. Она так же, как и все дети, хочет мирной жизни, а не летающих самолетов. И не бегать, не кричать, мама, что это стреляют, нас всех убьют. То есть это все очень серьезно для всех и актуально. А где ваш муж? Муж находится в... Он помогает нашим ребятам из батальона «Восток». Да. Просто вот опишите общие впечатления, ощущения, что просто в Донецке, вот только второй день. В целом, люди, конечно, боятся, но все понимают, что нам здесь, по большому счету, бояться, ну, чего бояться? Мы на своей земле, мы у себя дома. Просто мы хотим мирной жизни и хотим, чтобы от нас, грубо говоря, отстала киевская хунта и жила своей жизнью, а нам дала жить спокойно своей жизнью. То есть вы хотите отделение Донбасса от Украины? Да, да. Ну, 11 числа был референдум, и практически 90% людей изъявило желание быть самостоятельными вне, без Украины и принимать свои решения. Что-то будет новое государство или присоединение? Да, новое государство Новороссия, но есть пожелание присоединения к России. Вы тоже хотите, да, присоединиться? Да, да.